Здравствуйте, с вами снова Татьяна Бейко. И сегодня я покажу, как рисовать вот эту картину. На первый взгляд она покажется, может быть, сложной, но она совершенно не сложная. И здесь я использовала все те техники, на которые у меня уже есть видео. И мне было бы очень интересно, если бы вы смогли узнать эти техники и поделиться и со мной, и с другими. В комментариях, пожалуйста, пишите комментарии, пишите о своих техниках. Итак, давайте начнем. Thank you.
Mm-hmm.